Мигранты прорвали границу Белоруссии и Польши. По предварительным данным, 3000 выходцев с Ближнего Востока сломали забор и разбежались по территории Польши. Вот что сказал польский пограничник Бздашек Западловский. 3000 мигрантов стояли и ничего не могли сделать, но 10 чеченцев возглавили их и повели за собой. После этого мигранты прорвали оцепление. Чеченцы — это сила, самый главный у них — это некий замах ударов, он настоящий зверь. 2 метра ростом, 180 килограмм весом, рыжебородый. В настоящее время идет отлов мигрантов, которые незаконно прорвались на польскую территорию.